Приветствую всех, уважаемые трейдеры. Ситуация по отношению к вчерашнему дню изменилась довольно сильно. На рынках наблюдается глобальный и рисков, то есть бегство от рисков. Продолжают падать доходности государственных облигаций. Вчера Германия разместила впервые за 3 года 10-летние бонды по отрицательной ставке на минус 0,05%. Аналогичное размещение прошло сегодня утром в Японии с еще меньшим коэффициентом до значения 2016 года. В том же направлении двигаются американские трежерис. Здесь надо понимать, что сейчас, покупая, условно говоря, немецкий долг или покупая японский долг, вы будете не будете просто получать доход с вашего капитала, в течение, если это размещение идет на 10 лет, а вы еще будете доплачивать за то, что ваши деньги находятся в государственных бондах. Спорная инвестиция, довольно настораживающий звонок для рынков. На этом фоне, в том числе, S&P 500 оказалась на важной поддержке 2800. Вчера было 2 довольно существенных снижения. Джанет Йеллен, это бывшая глава ФРС США, заявила, что у Центрального банка практически нет других вариантов подстегнуть экономику, кроме как запускать новую программу QE, возможно, более агрессивную. В принципе, о том же самом высказывался вчера Марио Драги. Евро-доллар у нас продолжает снижаться на фоне вчерашнего его выступления. Он тоже не знает, какими мерами, кроме QE, можно помочь экономике в текущей ситуации. В данном случае доллар у нас выступает как защитная валюта. Следующая важная отметка по валютной паре — это 1.12. На этом фоне также произошла попытка укрепления швейцарского франка, который быстро выкупили с круглой отметки в 0.99, а также укрепление к евро и доллару. Что касается позитива на рынках, то то, что может подстегнуть S&P и, в принципе, немного снизить обстановку, разрядить, это переговоры между США и Китаем, в которых вроде бы начался позитив. Появились новые договоренности, на этот раз посвященные очень спорному моменту об интеллектуальной собственности. На наш взгляд, именно он изначально стал камнем преткновения между странами. По условиям соглашений, Китай готов будет отказаться от передачи технологий американских компаний как условий доступа на китайский рынок. Сегодня у нас стартует еще один раунд торговых переговоров. Будут первые лица государств. Итоговый текст договора должен быть согласован уже лидерами США и КНДР в ходе личной встречи. Ее дата пока не назначена. Что касается нефти, то вчера был обвал до отметки в 66.65, откуда нефть была быстро выкуплена. Обвал произошел после публикации запасов, которые были неожиданными. На 2,6 миллиона баррелей у нас увеличились запасы вместо прогнозируемого значения на сокращение на 9,5 миллионов. Разница существенна, поэтому падение было резким. В целом, по Венесуэле ее пока можно не считать игроком на нефтяной арене. Есть позитивные новости по Ливии, которая готова увеличить очень сильно уровень добычи нефти, но пока еще она этого не сделала. Вот данные разнонаправленные, я уже говорил вчера, что нефть пока находится в коридоре между 60 и 70 долларами за баррель. Здесь ожидать каких-то более высоких отметок, наверное, было бы странно, потому что Трамп будет стараться сбить цену на американскую нефть ввиду укрепления американской валюты. В принципе, эти вербальные интервенции могут последовать даже раньше. Поэтому от 68, от 69 долларов, опять же, продажа скорее вероятнее, нежели чем рост. Что касается Брекзита, вчера было голосование в Британской палате общин. Ни одно из 8 предложений не получило поддержки. Таким образом, остается только 3 варианта. Это тот вариант, который предложила Мэй, от которого уже 2 раза отказывались. Это вариант выхода страны без сделки, что, в принципе, является шоковым для экономики британской и для экономики мировой в целом. Я считаю, совершенно сейчас, это очень агрессивный вариант. И ввиду того, что ситуация мировая, в принципе, сложная, в данный момент ее точно не облегчит. И третий вариант — это референдум за отказ от Брекзита, о котором вчера высказался Туск. Будем следить за новостями. Здесь пока сложно что-то добавить, потому что политическая повестка целиком и полностью управляет движением по валюте. Так, сегодня у нас публикации по ВВП США за 4-й квартал, на которой частично пришлась приостановка работы правительства из-за
бюджета на стену с Мексикой. Поэтому мы не ожидаем каких-то сильного роста вечером выступления главы Банка Новой Зеландии. Вот, соответственно, опять же, по данным по ОВП, если там они будут позитивные, что маловероятно, это будет довольно-таки позитивно для рынка, в том числе для американской валюты. Вот, тем не менее, и снижение относительно прогнозов по ОВП США, которое, на мой взгляд, сейчас довольно высокое, может не привести к тому, что американская валюта будет падать. Потому что, в принципе, для большинства игроков на рынке сейчас очевидно, что вряд ли мы получим хорошие данные. Также мы с вами ждем данных по торговым переговорам. Это может быть очень позитивным знаком для рынков, потому что непонятно, что еще способно подстегнуть рынки в текущей ситуации, кроме вот этих двух публикаций. Спасибо за внимание. Всем успешной торговли.